Всем привет, меня зовут Ким, это специальный репортаж для компании MVideo. Мы находимся на выставке IFA 2017 на стенде компании Acer, на маленьком подстенде. Это стенде бренда, под бренда, так сказать, Predator, Predator, Predator и так далее. Acer сами точно на 100% не знают, как правильно произносится, но на самом деле сказали, что они не против почти любого произношения. Что здесь интересного? Это два гаджета. Ну, мы будем рассказывать в основном об этом, но вкратце об этом. Это Acer Predator 21X. 700 тысяч рублей он стоит, недешевая штука. Самый дорогой игровой ноутбук в мире, с кучей разных технологий, с самым мощным процессором, с самым мощным железом, много оперативки, SSD, жесткий диск, несколько кулеров, продуманная система охлаждения, механические клавиши, отсоединяемый кнопочный блок и так далее, но это нужно посвятить ему очень много отдельно времени, потому что это действительно интересная вещь. Первая, собственно, новинка компании, о которой хочется рассказать на этой выставке, это Acer Predator Orion 9000. Это десктоп, который очень легко разбирается. Как разбирается? Снимается крышка. В принципе, он очень легко поддается апдейту, кастомным разным историям и так далее, но здесь есть какая-то вот основная составляющая. Это, во-первых, естественно, процессор. Процессор Intel Core i9 Extreme Edition, 18-ядерный процессор. Это самое первое. Второе, он поддерживает или 4 видеокарты одновременно, 4 видеокарты AMD Radeon, Vega RX, самое новое, или NVIDIA 1080 Ti в режиме, естественно, SLI. Здесь пока стоит всего одна Radeon, но может стоять 4. Максимальная конфигурация 128 гигабайт оперативки, разные варианты по SSD накопителям, по жестким дискам и так далее. Но чем особенно гордятся в Acer, это система охлаждения. Тут комбинирована система охлаждения, не только воздушная, здесь несколько кулеров, 6 кулеров, но также водяная система охлаждения, она идет вот сюда на процессор, две специальные трубки, и, собственно, вся эта комбинация вроде как еще более охлаждает всю эту достаточно мощную систему. Есть специальные ручки, есть колесики для переноски, есть мощный блок питания, разумеется, есть слоты для приводов и так далее, много USB, разные возможные конфигурации и все такое прочее. Но, собственно говоря, вкратце, это может быть очень кастомная история. Здесь можно собирать, разбирать так, как вам удобно. И, собственно, стоимость, естественно, будет зависеть от той конфигурации, которая здесь стоит внутри. Так что Acer Predator Orion 9000 и Acer Predator 21X – очень серьезная геймерская история. Но если такое, в принципе, можно собрать дома примерно самостоятельно, то вот это, вот, конечно, лучше купить в магазине, хотя 700 тысяч рублей – это, конечно, мощно. Геймерские новинки Acer, выставка IFA 2017, специальный репортаж для компании Video. Конечно же, подписывайтесь на канал и следите за новостями с выставки. Пока! MVideo. Нам не все равно.